Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами снова играем в мобильные игры и сегодня мы с вами снова играем на One State. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику и, ребят, также не забывайте играть вместе со мной на первом серваке One State. Скачивайте игру, после этого нажимаете на такие вот три палочки, далее в раздел промокод и здесь вводите очень простую команду Дони, как это сейчас есть у вас на экране. Вводите его также и получаете классные плюшки для старта игры, а именно 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития на One State. Итак, друзья, на One State наконец-то вышло глобальное обновление, было сделано реально очень много различных нововведений, новые тачки, новые жилые районы, короче говоря, ребят, реально очень и очень много. Во-первых, что бросается в глаза сразу, это у нас новый район Hollywood Hills, ребят, его полностью переделали. И также добавили нам новую возможность покупки частных домов. Теперь, ребят, на One State вы можете покупать себе частные дома. И это, конечно, максимально прикольно. Потому что раньше можно было покупать лишь квартиры. Теперь можно покупать дома. И я очень надеюсь, что в скором будущем я смогу купить себе какой-нибудь классный дом на One State. Поэтому ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Короче говоря, давайте мы первым делом поедем посмотрим именно новый район. Что с ним сделать? Делали, как его переработали, потому что буквально я его смотрел, ну, может быть, пару дней тому назад, и там, конечно, было все максимально так простенько. Теперь полностью райончик переделали, и давайте мы на него более детально посмотрим. Итак, мы поднимаемся на Hollywood Hills, и давайте посмотрим, что же у нас здесь сделали с этим районом. Новые дома опять-таки нам обещали, ну и, конечно, ребята, да, уже видно то, что новые дома здесь есть. Давайте ради интереса даже посмотрим, вот, например, есть дом, здесь какой-то вот, здесь какие-то даже уже люди стоят, видимо, выбирают себе дома для покупки. Конечно, я бы хотел купить себе какой-нибудь особняк, чтобы реально жить именно в доме, а не в квартире. А вот вопрос, какие дома именно можно купить, конечно, было бы неплохо узнать. По карте как-то дома эти никак не отображаются, от слова совсем. Единственное, что я вот не понял, эти дома можно покупать или они просто пока для красоты, потому что, ну, дома реально неплохие такие стоят, но я пока здесь иконок покупки и взаимодействия с домами я не вижу, поэтому, честно говоря, как-то непонятно. Но дома внешне смотрятся реально очень неплохо, на самом деле. Да, реально здесь такие, ну, домики более-менее стали какие-то, ну, поинтереснее, как по мне. Поэтому за это, ребята, можно и лайк поставить. Так, ну давайте пока мы вот что сделаем. Пока поехали мы сейчас, мне нужно поехать сейчас в место прокачки автомобилей и посмотрим новые детали для автомобилей, потому что нам добавили именно новые детали для прокачки. Ну и давайте заодно мы посмотрим пока на новый район еще буквально немножко, потому что домов стало реально очень много. Они все такие, ребята, прям, ну, реально прикольные, поэтому я думаю, что мы с вами будем здесь в будущем жить. Конечно, купить здесь дом, скорее всего, будет непросто, но пока, честно говоря, я не вижу, чтобы именно эти дома продавались. То есть они есть, новое обновленное жилье я вижу, но пока я не вижу то, что эти дома продавались бы. Поэтому, возможно, пока этого нет. Если вы, ребята, знаете, то в комментариях пока напишите. Я пока, честно говоря, не понимаю. Ну ладно, пока поехали посмотрим на прокачку, потому что опять-таки нам добавили новые детали для прокачки. Вот такой, ребята, райончик, гляньте какой, блин, здесь так все стало максимально атмосферно, максимально красиво, за это лайк однозначно. Также нам, ребята, оптимизацию завезли, что можно теперь уже спокойненько даже с айфонов играть. Со стабильными кадрами, графика максимальная, прям, ребята, это кайф, прям реально One State постоянно развивается. И за это, ребята, думаю, что можно и лайк поставить. Так, а пока мы, получается, с вами летим именно до места, где будем прокачивать нашу BMW. Вроде как добавили именно новые там какие-то диски и так далее. Единственное, что я так понимаю, реально людям не зашло, это то, что изменили стоимость госавтомобилей. И это прямо, ну, я даже не знаю, честно говоря. Наверное, ребят, этого делать не нужно было, но не мне решать. Бампера, понятно, задний бампер. Меня, ребят, интересуют диски, потому что вроде как диски новые заехали. Да или нет? Да, ребят, заехали новые диски. Ну, немного, но есть новые интересные дисочки. Это прикольно. Цвет кузова вроде как появился.
появились новые цвета, вроде как. Конечно, еще бы РГБ бы добавили, конечно, РГБ было бы куда прикольнее, как по мне. Ну и в принципе здесь у нас вроде как да, больше ничего и нет. Опять-таки, скорее всего, есть именно какие-то новые тачки, в которых у нас появились новые прикольные детали, но у этих вот машин именно такого нет, поэтому ну ладно, хорошо. Кстати говоря, нам, ребят, реально завезли новую оптимизацию в плане, добавили новые какие-то растения, новое отражение, новое освещение, новый вот именно какая-то графическая составляющая игры, и это, ребята, прямо кайф, как по мне, прям за это можно и лайк поставить. Смотрится, как по мне, игра теперь еще более красиво. Вот здесь, конечно, было бы реально прикольно купить себе дома. Здесь главное, что есть парковки, но дома пока здесь не купить. Что, конечно, обидно, потому что лично я бы очень хотел купить себе здесь дом. Также, ребята, одна очень прикольная тема. Опять-таки, смотрите, нажимаем на три палочки вот такие. Далее мы заходим с вами в «Испытать удачу». И здесь, короче говоря, есть такая темка, то, что теперь можно открывать... Короче, здесь есть задание, выполняя которое вы получаете возможность открыть кейсики для того, чтобы забрать себе эксклюзивную тачку. Вот я уже пооткрывал их. 26 карточек из 100 у меня уже есть на такую вот эксклюзивную тачку. Также можно за донат, опять-таки, пооткрывать вот такие кейсики, да, то есть давайте мы откроем, и есть шанс выбить какие-то прикольные кейсы, прикольные тачки, даже скин можно выбить. Я бы его забрал себе, там такая слива стояла из 15-я, но в итоге я забрал себе кейс эконом для прокачки. Короче говоря, нужно разбираться, будем разбираться, будем реально в это все вникать, потому что пока здесь, ну, реально много чего ввели, да, но посмотрим, как это все в итоге будет со временем, потому что, опять-таки, я вот что реально не понял, я хотел купить себе какое-то, ну, было типа жилье, да, говорилось. А моя недвижимость, я знаю, что она где находится. Короче, здесь есть какие-то, то есть, дома, которые, по идее, добавили нам для покупки, но где они находятся, я не знаю, то есть, ребят, честно, я пока не понимаю. Можно ради даже интереса зайти, вот, получается, сейчас мы выйдем, давайте мы зайдем, так, в раздел обновления, да, и здесь у нас вот в этом обновлении появились, так, голливудская, вот, голливудские холмы, новый тип недвижимости, понимаете, вот они есть. Поставили мы сейчас метку на карте, поехали посмотрим, потому что ехать сколько здесь получается до этого места? По идее немного, но реально я хочу понять, то есть реально ли можно что, купить себе теперь дом жилой? Просто реально я туда подъезжал, там непонятно, то есть можно покупать себе дом или же нет. Поэтому поехали посмотрим сейчас. То есть получается где-то здесь вот, вот например GPS стал почему-то именно сюда. Ну, давайте посмотрим. То есть я, честно говоря, пока не понимаю, почему именно сюда GPS встал. И то есть можно, по идее, купить... А, частный дом, гляньте, реально. То есть можно купить себе частный дом здесь. Да, смотрите, можно купить себе частный дом. Он уже, разумеется, куплен. Можно войти в него. Давайте посмотрим интерьер частного дома. Ну, такой, слушайте, большие такие потолки. Двухэтажный он, самое главное. Да, здесь, короче, прям можно походить, посмотреть, все более детально изучить. Но... Окей, то есть я понял, да, теперь реально можно покупать себе частные дома, и это реально очень классно. Единственное, что, то есть эти дома нужно где-то искать, получается, он всего то ли один, то ли что. Потому что вот для примера здесь купить себе дом вроде как... А, нет, тоже можно, да, ребят, слушайте, можно реально походить, поискать, но они, скорее всего, все заняты. Потому что, разумеется, если есть возможность, то зачем людям как бы жить в квартирах, если можно купить себе классный жилой дом. Давайте посмотрим вот этот дом, например, здесь он продается или же нет. То есть вроде как... Здесь подъем наверх куда-то есть, но, короче говоря, у этого дома, скорее всего, нету, ребята, покупки, то есть, понимаете, у некоторых есть покупка, у некоторых покупки нет, то есть, пока добавили, видимо, не всем, чтобы, ну, хотя бы всех, видимо, скупали, либо что, потому что вот этих домов, ребята, нету возможности покупки, например, а вот у этого дома тоже, наверное, не будет, да, да, здесь тоже, ребят, покупки, возможности нет, короче говоря, добавили возможность покупки домов, но не на все, то есть, крутые дома добавили такую, ребята, возможность. Скорее всего, добавят уже попозже, когда те дома, разумеется, все уже скупят, будет спрос хороший, тогда будут постепенно добавлять, чтобы, разумеется, сразу все не переехали в крутые дома. Да, разумеется. Поэтому ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, а также играйте вместе со мной. Промокод Дони вводите и получайте классные плюшки для старта игры на One State, ребята, это очень важно. И играйте на первом серваке, я играю именно здесь. Всем удачи и всем пока-пока!